На улице Савушкина теперь регулярно дежурит ГИБДД. Таким образом, полицейские пытаются бороться с нарушителями правил дорожного движения. Пробки на Савушкина обычно начинаются около 7:30 утра. Чтобы сэкономить время, на перекрестке с Яхтиной улицей некоторые водители заезжают на выделенную трамвайную линию. Она отделена от проезжей части ограждением, но нарушителей это не смущает. Участок около километра до виадука на Планерной они проезжают по свободной дороге. Самое грубое вот нарушение вот именно конкретно вот этого случая – это вот именно здесь. Поэтому мы буквально эту неделю каждый день будем ставить. Штраф за такой маневр – 500 рублей по статье «Нарушение требований дорожного знака». Желающих проехать по путям в обратном направлении обычно нет. В конце участка водителям не съехать на дорогу. Кстати, говорят полицейские, случай по сути уникален. Такая ситуация изо дня в день складывается только на этом перекрестке.